официальным визитом у областном центре находится делегация автономного района внутренней Монголии КНР. У Харвыканкаме гости подписали погоднение об намере установить побратимские связи помеж Гомелем и китайским городом Хухота. У областным выконавчим комитете делегацию примал наместник старшини Андрей Конюшка. Размова подчас встречи об социально-экономичном развитии регионов на керунках взаимовыгодного супрацовництва. Дальнейший крок – наладить контакты помеж керавництвам Гомельской области и автономного района внутренней Монголии КНР. С этой нагоды делегатам уручили официальное запрошение на Гомельский экономичный форум, який сёлета пройдет 24 мая. У отказ отримали пропанову завитать на китайско-монгольское экспо наприкінці вересня.